Начинающие военнослужащие проходят комплексные занятия. Их обучают тактической медицине, включающей преодоление препятствий. Испытание состоит из красной, желтой и зеленой зон. Красная зона включает в себя эвакуацию раненого с боевой машины с переходом в желтую зону. В желтую зону происходит у нас эвакуация с помощью двух военнослужащих. И с переходом в зеленую зону два военнослужащих перетягивают раненого в зеленую зону, а один под прикрытием огня отражает огонь противника. Далее в зеленой зоне производится осмотр военнослужащего, который был раненым. Мы выдвинулись на БТРе с помощью беспилотника БПЛА. Он нам дал команду, где находится наш раненый. И с помощью беспилотника мы смогли вычислить его местоположение. Далее в составе трех человек мы начали эвакуацию. Основная цель обучения – совершенствование начальной и общевойсковой подготовки молодого пополнения военнослужащих. Новобранцы осваивают первоначальные навыки по специальности в учебных подразделениях. После окончания курса состоится торжественная церемония приведения к военной присяге.